Внесение изменений в городской бюджет, присвоение звания «Почетный гражданин Твери», установка новой стелы Героям России на территории одной из тверских школ и еще ряд важных вопросов обсудили депутаты Тверской городской думы на внеочередном заседании. На какие цели решено перераспределить средства из городской казны и кто из жителей Твери удостоится почетного звания, подробности в нашем сюжете. В ходе внеочередного заседания городской думы депутаты утвердили все представленные администрацией изменения в бюджет Твери. В основном они касались финансирования работ по благоустройству и, в частности, ремонта школы в Заволжском районе. Сейчас поправки связаны с тем, что у нас высвобождаются определенная сумма, которая планировалась на погашение коммерческого кредита в связи с получением бюджетного кредита города. И сейчас мы перенесли деньги, это, конечно, основное, это на 17-ю школу, у которой очень много было обращений. И сейчас идет ремонт 17-й школы. Так, на капитальный ремонт школы номер 17 направлено чуть больше 51 миллиона рублей. Работы уже идут в здании на улице Красина, где учатся начальные классы. На очереди корпус старшей школы на улице Мусоргского. Большой объем работ. Встал вопрос о средствах. Депутат округа, где расположена школа, и по совместительству ее выпускник Дмитрий Нечаев отметил, что заведение славится талантливыми выпускниками и важно, чтобы дети получали знания в современных условиях. Здание 17-й школы очень старое, оно нуждается в ремонте, в серьезном, капитальном и требует значительных средств. И вопрос стал о том, как делать этот ремонт поэтапно, то есть, допустим, несколько там каких-то этажей, там санузлы отремонтировать, или делать весь ремонт. И все-таки было принято, на мой взгляд, правильное решение делать целиком школу, чтобы уже, как говорится, сделать под ключ. Кроме того, выделено почти 33 миллиона рублей на строительство дороги по улице Левитана от дома 52 до улицы Можайского. Еще 47 тысяч рублей направлены на софинансирование мини-проекта поддержки местных инициатив. Поддержали депутаты и предложение жителей города установить в поселке Мамулино стелы Героям России. Еще традиционно в начале лета Дума рассмотрела вопрос о присвоении звания почетный гражданин города Твери. В этом году были выдвинуты две кандидатуры. Первая – ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Афанасьев. По прибытию в Тверь активно включился в нашу городскую общественную жизнь. Ветеранское движение. Любим и уважаем молодежью, школьниками, где он активно проводит линию на патриотическое воспитание. Еще одна кандидатура, которую парламентарии посчитали достойной для этого звания, заслуженный учитель России, директор гимназии номер 12 Татьяна Валентиновна Слесарева. Главный, конечно, ее проект, который мы все поддерживаем и благодарим ее за это наши дети, это 12-я гимназия, которая входит в 500 лучших школ. Обе заявленные кандидатуры были поддержаны парламентариями. Были в повестке и организационные вопросы. В частности, досрочно были прекращены полномочия депутата Ильи Холодова по личному заявлению в связи с переходом на государственную службу.